Доброго здоровья, друзья! Двое суток подряд в приют поступают сообщения о собаке с раненной лапой и с окровавленным ухом, что лежит на остановке «Восход» в городе Чехов. Сообщений много, даже с фотографиями. В результате мы поехали и собаку забрали. Хотелось бы обратиться к тем, кто присылал нам эти сообщения. Вы готовы участвовать в жизни и обследовании этого мальчика? Ему досталось по жизни достаточно. Хотелось бы понимать, ребята, вы действительно болеете за него душой? И если да, то ждем вашу помощь. Так, да, мы приехали за кобелем, который на остановке лежит, который все, как всегда, видят, но у всех лапки, и спасти, помочь никто не может, конечно. Вот он, кобель лежит. Вот он. Будем пробовать сейчас его забирать. Он, у него рана на ухе. И лапа у него должна быть. Давай попробуем. Девочки, это опять из серии. Нам позвонили Чехов. Ну что, мой золотой? Что, мой хороший? Маленький. Ты мой красивый ребенок. Маленький. Ты мой хороший. Да, поняла, все видят и никто помочь не может. Пальчик, привет! Привет! Ему вырвали просто клипсы. Привет! Как всегда гниет клипса. Давай, делай это. Ага, вот, видишь, у него рана. Да, я это сама. Пойдем, малыш. Делаем, да. Давай, мой хороший. Ласковый, добрый пацан. Пойдешь? Да. Ты красавчик. Пойдешь? Пошли, да, пошли. Клейку надо делать. Ай, красавчик какой, да. Вставай, маленький, вставай. Шлейку надо делать. Сам не пойдет он. В том-то и дело, я тебе про что и говорю. Поднимай его, прям поднимай назад, заднее. Пойдем. Пойдем. Да сделай шлейку, Валя, он тяжелый. Он очень тяжелый и болит у него. Давай тряпку. Есть что-нибудь? Сейчас найду. Давай, не бойся. Осторожно. Ты привязала? А, привязала. Не бойся, мой хороший, не бойся. Все. Все, давай. Я видео снимаю. Все, давай, отходи. Все. Мальчик. Ой, господи, все, мы едем. Сейчас в клинику. Давай. Так, давай. Ложись, мое солнышко. Видите, лапка висит в воздухе, он ее никак не... Вот так, ложись, детка. Ложись, не бойся. Ложись, солнышко. Ложись. Хороший мальчик. Ложись. Клипсы опять гниют. Да, ушки гниют. Ужас просто. Друзья, мы обработали ушко, сняли клипсу. К сожалению, снимать было некому. Я держала, Лиля колола и обрабатывала. Так что, ребят, могу показать только то, что получилось после того, как ребенка уложили, укрыли, он согрелся и спит. Спасибо всем, кто был неравнодушен и кто помог спасти очередную жизнь. Доброго здоровья вам, люди. Благодарю вас от всей лохматой души за ваше неравнодушие. Храни вас Бог.